Вот он. Площадочка какая у них получилась. Столбик подрубили. С отказом рулевого винта таксист, это еще идеальная посадочка. Между них на Ми-171 килька как у 24-ки, им и повезло, а это то, что шли. Два раза крутануло их, пока и 2000 сыпались на РСНВ. И вот перед землей поймали. 200 метров от нашей площадки. Ну, мы с отказом рулевого винта, я считаю, это еще в лесу идеальная посадка. Говорит, на 2000 молнии ударило, и рулевой винт походу наебнулся, их начало вращать. Из облачности метров 300, из облачности вывалить на 300 метров, и вот успели сюда зайти.